Группа компаний энтузиастов объединилась для создания в Казахстане ассоциации блокчейна и криптовалют. В ее состав вошло 6 организаций, еще 15 уже заявили о планах присоединиться к новому объединению. Планируется, что новое объединение в сотрудничестве с Национальным банком займется разработкой принципов и правовых норм для работы криптовалютного рынка и технологии блокчейн в стране, а также рассмотрит целесообразность выпуска национальной цифровой валюты – крипто-тенге. Сооснователь ассоциации Есет Бутин сказал: «Ассоциация совместно с Центральным банком займется созданием правил игры на блокчейн-рынке. Ведь несмотря на то, что сейчас в нашей стране еще нет компаний, которые работают в инновационной сфере, многие уже видят перспективу для развития бизнеса именно в блокчейн».